Здравствуйте, дорогие мои водолеи! Наступает месяц март 2022 года. И давайте позаглянем туда, посмотрим, каким будет март для водолеев в 2022 году. Что он нам скажет, что принесет март, о чем предупредят нас, скажет. Давайте посмотрим, спросим. Три карты для водолеев. Так, водолеи у нас в каких-то делах, заботах и мыслях пребывают. Ну, по двойке мечей это обязанности, которые мы откладывали все, но их нужно выполнять. Поэтому, дорогие мои, наберитесь сил, терпения и выполняйте то, что вам нужно сделать. Потому что дела, которые не очень бы хотелось делать, мы их откладываем в дальний ящик, они потом усугубляются, нарастают, как снежный ком, и поэтому, пока они не выросли у вас в огромные проблемы, берите в помощь себе друзей, близких, коллег по работе и выполняйте свои неотложные дела. Не ухудшайте ситуацию, не откладывайте их дальше. Помните, что не надо их откладывать. Если это дела, связанные со здоровьем, займитесь здоровьем. Если это дела, связанные с решением каких-то юридических вопросов, наберитесь сил и идите решайте. Потому что у нас был тут Сатурн, делал свой обход. И дел он натворил много, поэтому у многих возникли дела, связанные с судами, связанные с решениями этих дел. Поэтому берите, исполните свой долг, найдите компромиссное решение, решите этот вопрос. И как подтверждение моих слов, рядом лежит старший аркан, который называется «Умеренность». Вам все нужно выполнять и делать, но делать все, вот знаете, как на весах взвешивать. Все делать вовремя, все делать и не доделывать нельзя, и перестараться не нужно. Понимаете, все делать умеренно, спокойно, без спешки. Если я говорю, сказал вам, если у вас есть визиты к врачу, то по этой карте как раз хорошо ходить к врачу. Можно делать очистку организма. Но главное не спешить. Все делать вовремя, понимаете? Никуда никто не спешит. Все, во всем должна быть умеренность. И я так понимаю, судя по этой карте, десятка мечей, вы все-таки наберете силы, решите все свои дела, которые были и которые вы откладывали, решите спокойно, умеренно. И по этой карте вам говорят, что карта для того, чтобы заняться отдыхом, восстановлением сил, спокойствия, равновесия. Позаботьтесь о своем, найдите себе место для релаксации и отдыха. Потому что весна на улице, прекрасный первый месяц весны, март. Все дышит солнцем, теплом. И на этой карте мы тоже видим свечение солнечное. Так что все-все наладится. Не нужно откладывать в дальний ящик нерешенные дела. Все решаем, все делаем. И все находит свое решение. И эти дела неотложные, дорогие мои водолеи, закрывают. И у них все-все налаживается. Появляется мир, спокойствие, благополучие, как вот на этой карте, и деньги, между прочим. По десятке пентаклей – это семья, это дом, это встреча с близкими, дорогими людьми, встреча с друзьями, застолья. Удачными будут все любые финансовые операции, успешны будут сделки с недвижимостью. Эта карта очень положительная, означает надежность, безопасность, семейное благополучие, материальная стабильность, чего я вам и желаю, дорогие мои водолеи. И
не носите эти проблемы, вас оттягивают, их пора решить и закрыть, убрать в дальний ящик. Ну а по королю чаш вас, чаш это у нас духовное такое, творческое, поэтому вас ждет вдохновение, творческий подход к работе, что обеспечит реализацию, по королю реализацию ваших планов, конечно же. Возможно, встреча с какими-то финансовыми партнерами, влиятельными партнерами, которые вам помогут как-то продвинуть вашу работу, ваш бизнес, ваши какие-то, выслушать ваши проблемы, помочь решить эти проблемы, показать каким-то людям, в общем, порекомендовать вас. Дайте волю своим чувствам, эмоциям, и все-все у вас наладится. По королю чаш это также любовь. Не только деловые, финансовые дела. Это любовь, исполнение желаний. Видите, там рыбка прыгает. Чаша, исполнение желаний. Корабль, идущий на поднятых парусах. Это к деньгам. Так что, дорогие мои водолеи, решайте все свои дела. Дальние, давние, которые не хотелось бы решать. Убираем их. Помним, что по старшему аркану мы их решаем без спешки. Шажочек за шажочком, спокойно, умеренно. И мир, взаимопонимание, комфорт, уют, благополучие, финансовая стабильность вас ожидают в марте месяце. Ну все, дорогие мои, подписываемся на канал, ставим лайки, приходим смотреть следующие мои прогнозы. Пока-пока, до новых встреч!